Всем привет! Добро пожаловать на канал Кухня на любой вкус. Сегодня готовим оригинальное вкусное блюдо из риса. Этот рецепт был привезен из Непала и с тех пор пользуется популярностью в нашей семье. Для приготовления вам понадобится 1 стакан длиннозернистого риса. Рис нужно хорошо промыть, около 10 раз нужно заливать водой. Добавляем 2 стакана воды и пол чайной ложки соли. Варим на медленном огне 15 минут, затем огонь выключаем и даем настояться минут 20. Рис должен быть рассыпчатым. На сковороде готовим заправку. Примерно 100 мл оливкового рафинированного масла, на котором можно жарить. 1/4 чайной ложки соли. Кориандр 1/4 чайной ложки. Половина чайной ложки куркумы, половина чайной ложки молотого имбиря, половина чайной ложки сухого чеснока. 100-150 грамм кетчупа. Обжариваем на среднем огне 3-4 минуты. Нарезаем крупный пучок кинзы, кладем в сковороду и сразу же выключаем и убираем с плиты. Соединяем рис с заправкой, добавляем по необходимости соль. Это блюдо очень вкусное и необычное, советую его попробовать. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал Кухня на любой вкус и до новых встреч!